Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Джапаров в рамках рабочей поездки в Джалабадскую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 140-летию знаменитого кыргызского поэта Барпы Алыкулова. В своем выступлении он отметил этот день как праздник литературы и культуры. От имени президента и всего Кабинета министров поздравил всех с этой знаменательной датой. По словам главы Кабмина, конец 19-го, начало 20 века стал золотым веком кыргызской поэзии, и Барпы Алыкулов занял в этой эпохе особое место. Именно культура формирует, развивает и сохраняет уникальные ценности в обществе. Поэтому искусство никогда не умирает, а талантливые люди живут в памяти народа вечно. Мы собрались здесь, чтобы почтить память Барпы Алыкулова и продолжить духовную связь между поколениями. Его стихи о любви продолжают вдохновлять и трогать сердца слушателей. Мы уверены, что этот праздник вдохновит будущие поколения на создание новых шедевров и сохранение культурного наследия. Далее, в рамках рабочей поездки, глава Кабмина ознакомился с деятельностью кирпичного завода в селе Крюксай. Кроме этого, он побывал на месте строительства нового здания областной государственной администрации и ознакомился с состоянием новых учебных и административных зданий Джалалабадского госуниверситета имени Усмонова. В завершении поездки глава Кабмина ознакомился с ходом строительства нового завода «Кыргыз Петролиум Компани».